Всем привет, это канал Железные магистрали, меня зовут Олег Васильев. Я решил записывать трамвайные дайджесты в разных форматах. Отдельный выпуск будет касаться исключительно происшествий, и другой выпуск — это уже обзор по перспективам развития трамвайного хозяйства, а также обзор текущих новостей по этой теме. Жаркие летние скидки в магазинах Днепра. Наборы аккумуляторного инструмента, газонокосилки, отвертки, сварочные аппараты и другие инструменты ждут вас на сайте или на полках салонов мастерства Днепрэм. Заходите в фирменные магазины Днепрэм или на сайт по ссылке в описании ролика. Итак, как вы поняли, в этом выпуске будем говорить о развитии трамвайного хозяйства украинских городов, и начну обзор с новостей из Киева. 20 августа стало известно, что в столицу привезли трамвай К1Т306. Это первый вагон, изготовленный по тендеру, в котором победила компания «Татра-Юг». Всего для Киева должны выпустить 20 трамваев за кредитные деньги Европейского инвестиционного банка. Один вагон стоит 1 миллион 229 тысяч евро. Несколько месяцев трамвай К1Т306 проходил испытания в Днепре. Подробный сюжет об этом вы можете посмотреть по ссылке на экране. Коротко напомню, что это полностью низкопольный трамвай длиной 26 метров. Состоит из 3 секций. Отчасти напоминает польский трамвай PSF Oxtrod. Однако вагон К1Т306 Татра-Юг отличается большим количеством дверей, 4 двухстворчатые и 2 одностворчатые двери. Это ускоряет процесс посадки и высадки, а также создает большую вместимость. Салон оборудован системой микроклимата, которая обеспечивает комфортную температуру летом и зимой. После испытаний в Днепре трамвай доставили в Киев отдельными секциями. Процесс сочленения вагона проходил в Дарницком депо. Кстати, ранее циркулировала информация, что новые трамваи компании «Татра-Юг» будут базироваться в депо имени Шевченко, которое обслуживает линию скоростного трамвая. Как видим, процесс обновления трамвайного парка в Киеве продвигается, хотя не такими быстрыми темпами, как хотелось. Тем не менее, стоит сказать, что в основном в Украине инвентарный парк трамваев — это вагоны 80-х, 90-х годов выпуска, которые практически уже исчерпали ресурс, и требуется обновление большой части трамваев, что просто сделать нереально из-за недостатка финансирования. Поэтому на помощь в данном случае приходит так называемый европейский секонд-хенд, и затем эксплуатировать их на городских маршрутах. По такому пути пошли в Запорожье, и на сегодняшний день уже отказались от эксплуатации старых трамваев модели Татра Т-3. На протяжении нескольких лет городские власти Запорожья искали возможность замены старого подвижного состава. Для этого на базе депо освоили выпуск трамваев Т3ЮА, которые известны еще под названием «Каштан». Кузов и оборудование — новые тележки от старых трамваев Татра Т3. Еще часть вагонов обновили за счет знакомого многим так называемого секонд-хенда. В Германии было закуплено 19 трамваев модели Татра КТ-4ДМ. За счет этого удалось вывести из эксплуатации изношенные вагоны, в том числе Татра Т3. Эту модель на улицах Запорожья больше не видно. Теперь пассажиров перевозят либо вагоны Татра Т6, Б5, Каштаны или КТ-4ДМ. К теме запорожского трамвая также добавлю, что по улице Шевченко таки начали убирать двухпутную трамвайную линию. Вместо нее построят однопутный участок протяженностью 3 километра. Это якобы поможет расширить проезжую часть, и дорога будет удобной для проезда автотранспорта. Во всяком случае, городские власти считают, что все делают правильно. При этом на однопутном участке не будет разъездов, а пассажирам придется ждать трамвай до 20 минут, если не больше. К этому также хочу добавить, что не только трамвайные парки нуждаются в обновлении, также все чаще появляются новости о том, что возникают проблемы с энергообеспечением трамвайных и троллейбусных линий. В частности, в Киеве не так давно было отключение подстанций, которые питают троллейбусные линии на проспекте Победы, на Отрадном проспекте, а также возникли проблемы с работой скоростного трамвая. И во Львове 10 августа из-за отключения кабельных линий остановились практически все трамвайные маршруты, и не работали также часть троллейбусных линий. ЧП затронуло 5 трамвайных и 2 троллейбусных маршрутов. Обесточенным оказалось трамвайное депо на улице Городоцкой. Из строя вышли 2 подстанции номер 3 и номер 7, которые имеют большую мощность и, соответственно, питают много участков контактной сети. По словам экспертов, причинами энергоколлапса являются несколько факторов. Первый – изношенность кабельных сетей, которые были проложены в конце 60-х годов. Второй – несовершенная система резервного питания подстанций. Оказалось, что подстанция номер 3 была подключена резервным кабелем к подстанции номер 7, которая, как известно, тоже вышла из строя. И все-таки возвращусь к теме обновления трамвайного парка. На днях появилась новость о том, что объявили тендер на закупку новых трамвайных вагонов для Днепра и Кривого Рога. Всего должны закупить 18 новых трамвайных вагонов. Информация о тендере размещена в системе «Прозоро» Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской облгосадминистрации. Общая сумма, которая выделяется на покупку трамваев, составляет 1,2 миллиарда гривен. Сроки поставки вагонов до конца 2022 года. Длина трамвая не менее 27 метров. Самое интересное, вагоны должны быть двухкабинные. Среди технических требований наличие кондиционера, автономного хода на расстоянии не менее 150 метров, общая вместимость 200 пассажиров, в том числе 50 сидячих мест. Торги должны состояться 25 октября. Заявки принимают до 17 сентября. Напомню, что финансирование этого тендера будет осуществляться за счет субвенции Дорожного фонда госбюджета. Если сравнивать техническое состояние трамвайного парка Днепра и Кривого Рога, то наихудшая ситуация у криворожских транспортников. Основа инвентарного парка – это вагоны КТМ-5, которым уже больше 30 лет. Как известно, это самый массовый трамвай советского производства, к тому же не лучшего качества. Кроме городских линий, Кривой Рог еще эксплуатирует скоростной трамвай. Техническое состояние вагонов, которые тоже перешагнули 30-летний рубеж, вызывает много вопросов. В 2020 году на линии произошло несколько пожаров, кроме этого часто случаются задержки движения из-за разных поломок. Ну и по традиции, чтобы не завершать обзор на минорной ноте, расскажу о Днепровском ретро-трамвае, который является единственным в Украине ретро-маршрутом, работающим на постоянной основе. Покататься в трамвае, который можно использовать как машину времени, может любой желающий. Ретро-маршрут начинается возле вокзала станции Днепр Главной и заканчивается в центре города. На улице Центральной вагон разворачивается на треугольнике и снова отправляется в рейс. Проезд стоит 8 гривен. Кто-то пользуется этим трамваем для поездок по городу, кто-то просто катается. Конечно, этот вагон не является исторической ценностью, поскольку переделан из трамвая КТМ-2 и максимально приближен к моделям вагонов, которые использовались для конки. Ведь именно вагоны для конной тяги имели открытый кузов. А первый электрический трамвай Днепра, тогда еще Екатеринослава, выглядел по-другому. В 1897 году по городу ходили немецкие трамваи. МАН. Один такой вагон даже восстановили по архивным фотографиям и разместили в качестве памятника на территории профилактория депо номер 3. Спасибо всем зрителям, кто присылает сообщения на трамвайную тематику, а также отправляет видеоматериалы. Напомню, что если у вас есть интересная информация, касающаяся работы трамваев, присылайте свои сообщения по контактам, которые есть в описании этого видеоролика. И также напомню всем зрителям, что канал «Железные магистрали» вы можете поддержать разным способом. Это могут быть обычные комментарии, лайки, репосты сюжетов в соцсетях, а также буду признателен вам за подписку на канал, поскольку это также поможет в продвижении и развитии данного ресурса. Желаю всем приятных путешествий по железной дороге и увидимся в следующих обзорах.